Т-ходов, а вас объединить. Дальше движение. Тенкан вниз, забрал, развернулся тенкан, пропустил. Отсюда, смотри, это копа тенка, тенкайн. Копа тенка, тенкайн. Пока летит, делаем такой большой дзюн по тенкан за спину. Не поднимаем, на уровне пояса. Захожу и чуть-чуть пропускаю на себя. И отсюда навстречу. Запер локоть, один шаг, второй шаг. Колено, колено, пятки вместе, стопы на пальцах, спину прогнуть, контроль. Ставим достоинство. В нашем додзе эта форма катагаэси является базовой, но кому-то она может показаться необычной. А если она кажется вам непонятной, задавайте вопрос в комментариях. Ну и ставьте лайк, если в вашем додзе делают так же, и подписывайтесь на наш канал. Друзья, мы продолжаем работать над тем, чтобы оживить этот канал. Теперь здесь будут появляться вот такие видеошпаргалки для моих учеников. Я надеюсь, что для кого-то еще это окажется полезным. Хочу вам напомнить, что такие видео подходят для практики внутри додзё и мало пригодны для самостоятельного изучения айкидо, которым кое-кто еще пытается заниматься. Я уже много раз высказывался на эту тему, на айкидо по видео, но тема, увы, до сих пор жива. Так что сегодня вот вам одна причина, почему обучение по видео не работает. Сегодня я объясняю так. Завтра я научусь чему-то новому, открою какой-то новый уровень для себя, но на видео-то все останется точно так же. Так что без обратной связи с мастером процесс не пойдет. Спасибо, что смотрите нас. Поддержите наш канал подпиской, если вам нравится то, что мы делаем.